Вертолет Ми-8, который упал в Охотском море, подняли со дна бухты Ангачан. В ближайшее время его тщательно осмотрят эксперты. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте. Ранее водолазы извлекли и передали следователям черные ящики и бортовые журналы. Данные с них позволят понять, что же именно произошло с вертолетом. Ми-8 потерпел крушение в субботу. Это был коммерческий рейс. На борту находились 16 человек. 11 из них успели выпрыгнуть и остались живы. Пятеро погибли. Их тела отправлены в Хабаровск, где завтра начнется опознание.